Следственным отделом МВД России по городу Новотроицку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе предварительного следствия было установлено, что неизвестное лицо, находясь в помещении одного из сетевых магазинов города Новотроицка, расположенного по улице Родинцева, действия умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества и незаконного обогащения, путем свободного доступа с рабочего стола администратора тайно похитило имущество, принадлежащее 38-летней сотруднице вышеуказанного магазина, а именно сотовый телефон марки Samsung стоимостью около 9 тысяч рублей.